Здравствуйте, друзья! Садового экспресса. Сегодня мы записываем второй ролик о пастернаке. 15 ноября мы были с вами на даче и выкапывали последний овощ в этом году. Это пастернак. Я вам показывала, как он растет, как мы его выкапываем после первых заморозков. Он очень морозостойкий и приобретает полезных много качеств. Пастернак – знаменитый овощ, очень до революции был популярный в России. И его знали, любили. Его называли белый корень, полевой борщ. Похож внешне он по форме, как он видный. Это на морковь похож, также похож на корневую петрушку похож. По вкусу он, конечно, отличается. Сладкий, как морковь, но с привкусом сельдерея или петрушки. Очень легко очищается и очень хороший овощ, как продукт питания. Особенно для тех людей, которые вегетарианцы, которые не едят мясную пищу, и для разнообразия их стола каждодневного, конечно, пастернак будет прекрасным овощем. Мы употребляем пастернак как овощ, хотя есть качество в пастернаке, его употребляют и за медицинские качества кто-то любит его для лица, для масок у женщины делают маски, но у нас это просто пищевой продукт. Во-первых, мы делаем салаты из пастернака. Салат из пастернака может быть отдельно, а можно сделать вот ассорти. Вот здесь я вам показываю ассорти. Вот это пастернак, вот это морковочка, а это репка. Вот это все я перемешиваю и поливаю растительным маслом. Можно подсолнечным, можно кукурузным, можно оливковым. Это тоже подходит и для вегетарианцев. Ну, а некоторые любят не с маслом растительным, а со сметанкой тоже пойдет очень вкусно. И хорошо с майонезом. Ну, это более такая будет грубоватая, тяжелая пища, но с майонезом вообще будет вкусен салат из пастернака, моркови и репы. Это все овощи, которые мы выращиваем на своем огороде. Дальше пастернак прекрасно можно пожарить с лучком. Очень вкусно в гарнире. Можно добавить в супы, в борщи пастернак очень вкусный. И сделать рагу овощную. Тыкву, пастернак, картошку, морковь, картофель, морковь и лучок. И будет прекрасный в казанке или в духовке можно поставить. Прекрасный будет овощное рагу. То есть пастернак можно употреблять точно так же, как морковь. Но, к сожалению, многие люди не выращивают, а некоторые даже не знают, как оно выглядит. Так что предлагаю вам, 1 мая я высаживаю, 1 мая попробовать высадить этот овощ. И он вас будет радовать поздней осенью и в течение зимы. Пастернак можно засушить и заморозить, и в холодильнике подержать. Желаю вам в нынешнем, наступающем 2020 году вырастить этот овощ и всю свою семью угощать и оздоравливать. Он полон витамин и минералов. Спасибо.